Это женские проблемы, не вмешивайся. Чтобы совершить открытие, нужно правильно поставить вопрос. Почему такая простая вещь стоит так дорого? Собрать всю необходимую информацию. Я видела, как он бегает за студентками медколледжа. Думаю, этот человек – извращенец. Точно. Провести серию испытаний. Можно женские трусики моего размера? И получить обратную связь. Он занимается черной магией. Он заслужил смерти. Главное – верить в свою идею. Чего бы это ни стоило. Будет надо, я и в ад спущусь. Совершая открытие ради одного любимого человека, можно помочь миллионам. Не представляете, сколько я сделал, чтобы услышать эти слова. История самого деликатного изобретения и его автора. Изобретатель. 27 июня в 18:00. Я хочу не заработать миллионы, а помочь миллионам. На ЗИ-ТВ Россия.